С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Последствия сильной метели продолжают ликвидировать на трассе Нарин-Марусинск. Мело практически всю ночь. Однако, несмотря на сложную погодную обстановку, зимник сейчас открыт, но только для большегрузов. А вот водителям легковых автомобилей от поездок рекомендуют воздержаться. Об этом нам сообщили в компании «Транзит», которая обслуживает сезонную дорогу. Крещенские морозы и сильная метель. Стихия снова испытывает на прочность водителей большегрузов и легковых автомобилей. Минувшей ночью движение на зимнике было ограничено сразу на нескольких участках. Всему виной снежные переметы. В подрядной организации сегодня сообщили, несмотря на непогоду, движение по трассе для большегрузов останется открытым. Сейчас последствия непогоды устраняют 18 единиц техники. Чтобы зимник привести в порядок полностью, потребуется время, заявили дорожники, как минимум несколько часов. Мы живем на крайнем севере, у нас метели. Чудес не бывает, если город замело, убрать не могут. Как можно весь зимник, вот наши почти 90 километров, убрать? То есть это просто нереально. Тревожные звонки на пульт диспетчера минувшей ночью не поступали, сообщили в МЧС. Все водители преодолели зимник самостоятельно. Тем временем спасатели снова напоминают, один из участков трассы продолжает оставаться закрытым. Сейчас, на данный момент, она открыта только до Усинска. Официального открытия ледовой переправы через Усу не поступало. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Ни один гражданин не окажется без помощи. Да, если она будет действительно ему требоваться. По прогнозам синоптиков, улучшится ситуация на трассе Нарин-Марусинск уже в среду. Ожидается, что ветер стихнет до 3 метров в секунду. От мороза, наоборот, усилится. Столбик термометра снова опустится почти до минус 30. Такая погода, впрочем, сохранится недолго. Уже в четверг снова усиление ветра и всего 13 градусов ниже нуля. Олег Танзийский, Антон Водряков, Леонид Шишелов. Телеканал «Север».